900 детей со всего района. Столько ребят отдохнут этим летом в детском оздоровительном лагере «Орленок». Нынешний сезон юбилейный. 55 лет назад на берегу живописной речки Малой Батубии был поставлен палаточный городок. Сегодня это современный комплекс, где дети отдыхают в три смены. «Орленок» пользуется среди мирненцев большой популярностью. Что больше всего понравилось в лагере «Орленок»? Ну, сама обстановка, много детей, веселые, задорные вожатые, дискотеки, кружки у нас были различные. Мне мама предложила в тот лагерь пойти летом. Ну, думаю, что я больше друзей найду. Самое, что мне запомнилось, это вот последний день, королевская ночь, все было очень трогательно, вожатые такие специализированные. То есть до сих пор в моей памяти остались. Девочка у меня, внучка, была 2 сезона. Ну, впечатление очень прекрасное. Мне очень понравилось, питание у деток хорошее, и занятия у них, воспитатели занимаются с детками. Ежегодно в лагере «Орленок» проходит практику студенты педагогических университетов. Более 20 молодых людей станут ответственными за всех юных отдыхающих. Для работников компании одна путевка обойдется в 13 970 рублей, а представители сторонних организаций смогут приобрести за 46 тысяч. Членам профсоюза, еще у нас профсоюз «Профалмаз» возмещает 5%. Поэтому это, в общем-то, в прошлом году порядка 2270 рублей возмещали. Все для детей. Увлекательные игры, конкурсы, соревнования и многое другое. Каждый будет задействован по интересам. Учтут и пожелания родителей. В этом году, конечно, для маленьких детей улучшим санитарные условия. Вот именно по части туалетов уличных. Мы закупили вагончик, где полностью все обустроено, оборудовано. Каждый день, прожитый в Орленке, праздник. Под таким девизом больше полувека работает коллектив детского оздоровительного лагеря «Орленок». Мы ждем вас с нетерпением. И я вам обещаю, что воспитатели ваши любимые приедут обязательно. И мы непременно вас ждем 20 июня. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».